как и все молодые актеры, начинает с низов, то есть принеси, подай. Через все это проходит каждый молодой артист. Вот, то есть такие роли, как Яков, Степан, это все Чехов, там, Чайка, Женитьба. Вот. Скажем так, каких-то тревог, каких-то волнений не испытывал. Всегда есть какие-то волнения, переживания после. То есть ты когда придумываешь, когда делаешь, когда выпускаешь спектакль, первые выходы на сцену, конечно, они тревожные. Мало ли что, а вдруг что забудешь и так далее. Первые роли незабываемые, немногие через это проходят, потому что, как это говорится, когда мы приходим, поступаем в институт культуры, на театральное отделение, все мы приходим, как говорится, народными. К концу мы, то есть где-то, наверное, с курса третьего мы заслужены. А когда мы выпускаемся, мы, скажем так, актер низшего звена, потому что во время учебы понимаешь, и все вот эти короны слетают, и начинаешь смотреть на жизнь абсолютно другими глазами. А по поводу ролей, да, конечно, Валентин в роддоме. Нет, это, наверное, вторая моя роль. Первая роль в роддоме – это Костя. Один из, как можно назвать, любовников девушки, которая находилась в роддоме.